Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп призвал США наладить отношения с Россией и объединить усилия в борьбе с ИГИЛ. Об этом миллиардер заявил во время встречи со своими сторонниками в американском штате Вирджиния. Он также раскритиковал позицию Хиллари Клинтон по отношению к России. Было бы чудесно, если бы США объединились с Россией в борьбе с ними. Это не то, что жесткие заявления Хиллари Клинтон. Она их делает, а потом уходит, разворачивается и уходит. Я вчера видел это. Более того, по мнению Трампа, вина за образование исламского государства напрямую лежит на кандидате в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон. Хиллари ответила на претензии Трампа. Вся его кампания была одним длинным оскорблением всех тех, кто носит мундир, чтобы защищать наши самые заветные американские ценности. Этот человек, который так сильно заблуждается по поводу наших ветеранов, не может быть нашим главнокомандующим. А когда речь заходит о борьбе с ИГИЛ, он даже не знает, где оно базируется в буквальном смысле слова. Тем временем, согласно последним опросам, Клинтон уступает в популярности республиканскому кандидату. 45% опрошенных готовы проголосовать за Трампа, тогда как за Хиллари Клинтон 43%.